Еще одна трагедия, на этот раз виновата не животное, а человек. В столичном торговом центре «Золотой Вавилон» у метро «Отрадное» ножом серьезно ранен молодой мужчина. Следующие кадры мы получили от нашего гражданского репортера. На фотографиях видны следы крови по всему холлу магазина. Самого пострадавшего несут работники торгового центра. Что стало причиной конфликта, а, собственно, вот эта поножовщина произошла просто в торговом центре, два мужчины поссорились, и один из них достал нож. Есть информация, что около 7 вечера как раз-таки начали неожиданно выяснять отношения на глазах у покупателей. И в какой-то момент, в пылу ссоры, один из них вынул нож и всадил его в грудь 25-летнему оппоненту. Нападавшего задержали на месте, ну а раненый госпитализирован, его состояние пока не сообщается.